Новость последних минут с юго-востока Украины. Силовики возобновили обстрел Горловки из танков. Пока нет информации о пострадавших, разрушениях. Ранее в городе были перебои с водой и электричеством. За последние сутки украинские силовики нарушали режим перемирия 49 раз. По информации мэрии Донецка, минувшей ночью в городе не смолкала канонада. Массированным ударом подвергались Куйбышевский, Кировский и Петровский районы. Четверо человек погибли, семеро ранены. Разрушены жилые дома. Несколько снарядов разорвались недалеко от горбольницы номер 25. Обстрелян также город Тельманово. По данным местных властей, украинские военные вели огонь из установок залпового огня. Погиб мирный житель. Пострадали в основном дома в частном секторе.